В Химках прошел второй всероссийский форум цифровизации экономики. Новые задачи, вызовы и компетенции. Участников больше 300 человек из 35 регионов страны. В этом году встреча посвящена оценке регулирующего воздействия. Открыли деловую площадку министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов, в Рио директор департамента Министерства экономического развития России Виталий Злобин и глава Химок Дмитрий Волошин. Руководитель муниципалитета рассказал участникам форума о предпринимательском климате в городском округе, о реализации программ губернатора и внедрении современных электронных систем. Прежде чем запускать какую-то программу, должны понять, какой от нее будет эффект. И мы сейчас боремся за каждого налогоплательщика, за каждого жителя, чтобы он был зарегистрирован, не просто проживал, а именно зарегистрирован был в Химках. Стараемся предоставлять рабочие места вместе с нашими крупными резидентами. В Подмосковье существуют стратегии развития информатизации общества. За последние несколько лет на территории Московской области в учреждениях здравоохранения введена электронная регистратура. Программа оцифровки дорожного покрытия, внедрена система электронной оплаты проезда. По цифровой экономике перевод услуг в электронный вид практически завершен. Мы ставим задачу появления автоматизации и в промышленности, и в услугах. И данная автоматизация требует серьезного законодательного регулирования в разных отраслях. Сейчас в разработке пилотная система для обработки обращений от представителей бизнес-сообществ. Так называемое окно инвестора поможет определить для предпринимателей меры поддержки. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.